действия, которые вы слышите. Полетные счастья здесь. Мальчик, приехавший из полярного круга, подумайте сами, перед которым университет открывал огромные перспективы, очень большие перспективы, ну, в самых разных направлениях. Это и жилье, потому что он окончил университет, и мог бы потом, я не знаю, куда-то устраиваться, там уже жить, получать квартиру. Это, конечно, карьера, это и, наконец, там, не знаю, семейные какие-то дела, потому что мы знаем, что на филфаках и тогда, и до сих пор было много прекрасных девушек, а юношек гораздо меньше. А Ерофеевич был высокий, большой красавец, и привлекал себе внимание. То есть перед ним открывались довольно радужные перспективы. И потом после первого курса, после первой сессии, фактически бросает учиться. Почему? Потому что ему казалось, что это больше что-то не нужно, что ему не учат тому, чего он там хочет знать, и так далее. Вот. И дальше жизнь, которую он ведет, совершенно это жизнь социально не вписанного человека, постороннего вообще всему тому миру, в котором он оказался. Был человек через десятилетия, не через плюс, обходившийся без паспорта. Да, то есть он жил в Советском Союзе, но у него не было паспорта. Это очень редкий случай. Понятно, что все мы, даже самые, я не знаю, дворники, сторожа, даже я уверен, что это более приятно, потому что паспорт, конечно, будет. И здесь так, когда он взял, то так, что он не был паспорт. То есть этот человек, который жил в системе, не был совершенно.